Такие гренки отлично подходят для завтрака, они станут лучшим началом дня. Готовятся французские гренки просто и быстро, а аромат поднимает настроение. Рассказываю, как приготовить вкусный завтрак. Такой вкусный завтрак порадует всех без исключения. Вместо яблок можно закарамелизировать другие фрукты, например, груши, сливы или бананы, все равно будет очень вкусно. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В мисочке взбейте молоко, яйцо и сахарную пудру. Кусочки батона обмакните в молочной смеси и обжарьте с двух сторон, выложите на тарелку. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте сахар, выложите яблоки, нарезанные кубиками, тушите все до мягкости сахара и выпаривания лишней жидкости. Выложите яблочную начинку на гренки и угощайтесь. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Продукты и их количество. Далее. Батон 1 штук, яйцо 1 штук, молоко 150 мл, сахарная пудра 1 столовая ложек, яблоко 4-6 штук, сахар 100 грамм, сливочное масло 2 столовые ложки, количество порций 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Люблю вас, друзья, жду снова.